Так, я уже догадываюсь, что это такое. Вы можете выходить из машины, собирать оружие и убивать сопер... О, блядь, впереди. Ключи какой-то Bluetooth поскачал. Так, ну я понял, они не взрываются. Вообще с кайфом. А, типа поезд сзади будет Да. ехать. Это без поезда, я смотрю, так весело. Твою мать, Да застрял. давай есть. Застрял. Господи. Мой трактор полез наверх. Да твою мать. Я здесь ни хера не вижу, кто там сзади, кто спереди, блин. Блять, Есть. дали бы мне трактор МТЗ, блять, 80-ку, нахуй. Ты тут всю картошку Ай! засеял. Спрашиваешь. Я утверждаю, блин. Да заеб... Кто-нибудь подтолкните за по-братски. Он застрял. Говорил не долбится, говорил не долбится. Кто такой говорил? А чё он застрял? Подожди, Кристик, отъедь чуть назад. Сейчас я тебя в жопу въеду, подожди. Это не та игра. Ну так все нормально, чё ты? Поезда пока что нет. Леонид не успеет, мне кажется. А, это еще не конец. Подожди, а чё я застрял? А чё, поезд А ты поедет, чё? да? Ну, скорее всего, да. Здесь очень интересная прямая. Здесь все сделано для того, чтобы поезда дождаться. Но пока, кстати, его не видать. Ну чё, Леня? А, нихера себе, он там прошел, вот сейчас скажу. Чё? Кто? Слушай, ну здесь прям Лимонидов. паркур дальше. Что-то Что? мне подсказывает, что надо было ехать задом. Да, Что мне кстати, подсказывает, что возможно, да. надо еду. Пацаны, не смотрите назад, он уже едет. Не Не, тренди. нет. Бля, со скорости не хватает. Да газуй ты! Это просто какой-то заезд фермера. Крисик, откатись назад. Давай. Здесь не хватит Я мощности. не могу! Почему? Свали, я развернуться хочу. А, О, нифига, нифига, Леня, смотри. отрисуйте. Ты не заедешь, едь назад. Блять, там сейчас поезд, Не. нахуй, едет. Откатись, крестик. Давайте же в жопу кто-нибудь мне А потом поиграем, да? Не Да, хотите, блять, да? крестик. Чё опять я? Ты понимаешь, что ты всех подставляешь под статью, блядь, сейчас приедет. Я очень надеюсь, что он сзади приедет, а не спереди. Красава. Избавился от конкурента. Так базара ноль, а меня сейчас что, откуда? Тебе сейчас F надо прожать. Так все фигня. Я понял. Если это радикал. Там мины. Да, я Слышишь сигнал? заехал. Там мины сзади. Где сзади? Ты же на том. Под мостом. Да. Так, ну он до сих пор не приехал, значит, в принципе, бояться нечего. Ну-ну. Бля, там впереди. А эти кольца как проходить на тракторе? Кто не знает? Давай, Леня, газуй. Ну да, газуй. Там впереди кольца Леня, эти. пожалуйста, газуй, бо мне сейчас... Люня, Я газуй! застрял. Твою На мать, чем? ты что гонишь? Ты издеваешься. А, нет, все, пошел, пошел. Офигеть. Ой-ой, с кайфом. Не, ну в целом я впервые в жизни, по-моему, прохожу такой скилл-тест. На таком транспорте, по крайней мере. Че, серьезно, на тракторе никогда не катался? Вообще нет. Крестик тут с кольца в кольцо прыгать на тракторе надо. Бля. Прям как Ауди. Почему-то он в 60%, блядь, я сомневаюсь.
О, да ты ладно, говорил 50. Или 50. Какая хер разница? Иди баранку крути. Что за... Да. Что, блядь? Охеренно, я еще и застрял. Блядь, а как здесь? О, здорово. Здорово. Да нет, блядь. Блядь, на какой скорости нам надо проходить? Я должен быть ехать первый, потому что, моя стихия. Это вообще пиздец. Да на... Сука. Ты что там мстишь? Кому я шепчу? Если там на скорости нам, ты не заедешь. Ох, сила белорусского МТЗ. А, тут еще я так понял. Блять, я говорю, ты на скорости не помогает, блять. Что за, блять? Надо было все-таки легкий паркур запустить. Да ну, ну, фу, действительно. Это же мы хотели тяжелый. Блин, тут орали, что ты куда? Не, ну там было написано как бы дохера процентов. Поэтому я... Да, так и написано было. Вандал, заходи. До хера процентов. Зови друзей. Да ну нахер. Блять, а чё он не заезжает, алё? А ну-ка, у меня есть предположение, как надо проходить. А, выйти из трактора? Блять, нужно же выходить, ёбаный рот. Чё я туплю? Да. Потому что я так полагаю, что здесь хер пройдешь на тракторе. Впрочем, в принципе... А, не, ни хера, тут видит. О, я поезд вижу, но он стоит. Погоди, бля. Что, получилось? Вот пацаны нам пизда. Ну, как бы да, но... Прикол в том, что поезд стоит на рельсах, и нужно прям на него приземлиться. Стоп, он не стоит, он внизу вообще, ну типа забагованный. Не, да, там тоже не вариант проехать. Ладно. А, можно, можно прыгнуть. Понятно, нельзя было разгоняться. Да ну нафиг, да ну нафиг, ты... Блять, ты последняя. Ты думаешь, ты выживешь? С такой, ну, высоты? Да, так, по приколу просто. Не, ну, можно также на тракторе ёбнуться и добежать, просто вылезти из него. Я думаю, мы в итоге так и сделаем. А он не вылазит. То есть здесь не везде еще можно, да, вылезти? Ах ты сын, а? Как вы прошли эту блядскую хуйту? Из трактора вылези. Ну так это понятно. Блядь, он же сейчас здесь останется. А, бля. А, нифига, как я так сел. Ладно, на. Чтоб по-честному. Да, здесь нужен будет трактор, чтобы вот эту стену пробить. А, блин, а я не знаю, кстати, можно будет гранатами кинуть. Кстати, дучеков не так много. Тут надо прямо на поезд приземлиться. Угу. Прям ровненько. Покажи свое умение, мастерство владения, так сказать. One second. Сейчас спою. Блин, ну вот, кстати, поезда не хватает. Ну, типа... было бы, да, а прикольно. Мы, помнишь, играли в этот Face to Face? Помнишь, помнишь, блять, еще как. Не понял юмора. Здесь тоже пешком, что ли? А, походу, да. Но мы не из таких, мы, блядь, будем пытаться. А, нормально, только 7-й чекпоинт и 16-й, вообще с кайфом.
10 минут жизни нахуй идут. Ой, 16, я понимаю, было бы там 56, блядь, чекпоинтов. Пацаны, если увидите оранжевый трактор на дороге брошенный, это не мой. 100%. Не, ну здесь дальше без трактора, то есть, как здесь пробежка. А чё ты без трактора, тут же вон. А, ну вообще с кайфом, да. Смотрел, как эти тачки? Смотрел тачки, там Мэттер с Маккуином подъезжали, типа такие... Да ты чем прикалываешься? Чё, прям так и было? Тут еще и мины снизу. Не понял. Что здесь? Что там сложно? А, сука. Нет, не сложно, здесь просто. Хотя теоретически, наверное, можно было бы вообще без трактора здесь. Прикиньте, если бы этот скилл-тест был на тракторах, которые... Есть же в игре такой ржавый старый. На каких-то стенках он пару раз был. Так, ну 11 чеков есть. О, хорош здесь соской. Блин! По фону и там дальше. А, нормально. Бля. Трамплин, я вижу. Да-да-да, сейчас уже. В идеале здесь было бы пролететь всю эту залупу. Алло, блядь. А, спасибо. А можешь еще разок? Ты что, прикалываешься? Ты как там застрял? Сейчас узнаешь. Сейчас узнаю. А, он не крутит так. Ой. Ой, благодырочка, наверное. Да, благодырочка. Подставил пацана. Он еще не в курсе. Как он так... Подожди. Ты, Леонид, этими смазками какими-то там пользуешься? Почему у тебя так все спокойно получилось? Не знаю. Бля, он не пролазил здесь. Справа, да, типа надо? Походу, ну давай Никиту первым. Там он не пролезет, задние колеса застревают. Умный в гору не пойдет. Даже не думай. А. Умный на тракторе поедет. А что, финиш где-то на этой штуке? Ага. Блядь. Не, ну, это менее страшно, чем казалось.